Покажу. А я с каштовкой, знаете, что такое каштовка? Да, конечно. Вот мы, я оттуда. Мы с каштовки по таре сплавлялись. Ничего себе. Слышали? Да, ну тара наша родная. Вот Петя мой сын оттуда. Вот мы по таре сплавлялись 12 Здорово. Дней. Ничего себе. На это в каком году было? Это прошлый год. Нет, позапрошлый. Ничего себе. Да. А как вы так организовались? У вас какой-то тур был? У нас вот тренер. А, тренер ваш, да? Они на Урале Юрюзань прошли. В прошлом году они Казахстан прошли. Валеев Артем. А какой-то сайт или что-то, где есть посмотреть? Интеллектуальная физкультура. Новосибирск, да? Да, Новосибирск. Здорово. И докуда вы сплавлялись? До Муромцева или докуда? Муромцева мы ходили пешком старые. Ага. Мы в Окунево на солнце. Окунево, но все мы понял. Где храмы те, которые невидимые, да? Да. Солнцестояние. Ну и ночью храмы не видели? Нет. Мы еще и на Данилово озеро. Данилово — это мое родное. Я там родился, в Низовой. Низовая. Курганка, там деревня рядом. Видите, как мы с вами состыковались? Да. Давайте вот так. О, видите? Нам с погодой просто еще не повезло. Ленёво. Там тоже, плавучий такой понтон. И на Щучье ходили. Ну, на Щучье там рядышком, да. Вот мы сплавляемся, катамараны привязали. Мы в Кыштовке живем. Так и живем. Да, ну у нас здесь квартира, вот дом здесь рядышком. Ну, приезжаем. Вот сейчас Петя каникулы, приехали. У нас еще неделю здесь занятий, потом у него будут сплавы, и он повезет группу. Вот наши группы будут поочередно на Алтай возить, на Ангудай. На Ангудай. Я в прошлом году до Монголии прошел весь Алтай я. Полностью. Нет, мы, короче, на машине, на мотоцикле были, да. Ну, с палатками, короче, как надо. Границу потрогали, но не стали, короче, переезжать, потому что она граница закрывается вечером. А так мы переехали. И там, причем, паспорт надо просто российский. Ну, за грани надо даже. В Анголе, может так. Артем уже 10 лет группу ведет. А он здесь пришел? Нет, пока, да? Нет, пока. Вот так, а как часто собирается? Какое расписание здесь у вас? Вторник и четверг. Ага, в 10 утра, вторник и четверг. А в среду клуб Попова у нас. Mm-hmm. Так что здорово. Сяшки, зимой занимаемся. Ладно. Обливание. Я из Кыштовки. Да, знаете такую Кыштовку? Да, знаю. Слышали? Они как раз тут были в прошлом году у нас в наших краях. Обливаемся. Мы в прорубь тоже, в прорубь ходим больше 20 лет. На крещение ныряемся. Да? Ныряем, да. А Потаре... На Данилово ездим озером нырять. А Потаре... И жена у меня ныряет. А Потаре сколько плыли в июне месяце, я столько и купалась. А сколько лодок у вас было на Потаре? А у них катамараны. Катамараны? Ничего себе. А сколько катамаранов было? Два катамарана. Ну понял. А фильм есть какой-то? Да. А как называть? Где посмотреть вообще? Интеллектуальный туризм. Это ВКонтакте, наверное, где-нибудь или Ютуб? Начались, да? Все, ладно. Петя, дай на занятия. Вот такой Змей Горыныч здесь. А я с Кыштовки, просто из деревни. И хочу, чтобы наши тоже пенсионеры, люди в возрасте, посмотрели. Можно поснимать? Хорошо. Вы будете примером для кыштовских жителей. Спасибо. На севере? Да, это север Новосибирской области. Тоже 5 делай так, тренер. 9-3, 15 секунд. Я одной рукой пока. Это двумя. Хорошо, достаточно будет 6-12 затылочных впадин. 6-12. 6 часов, 12 часов. Массаж шеи. 9-3. 9 часов, 3 часа. 9-3. Массаж воротниковой зоны. Левый воротник.
глазки по желанию. Правый воротник, самый массаж. Выше носочек, глубже пяточки. Выше носочек, глубже пяточки. Хорошо. Височная доля 6-12. 6-12. 6-12. 6-12. Межбровье лоб. 9-3. Нос переносится. 9-3. 9-3. Готовим капиллярную систему шейно-воротникового головного мозга. Верхней частей туловища, головы. К работе. Хорошо, подбородок. 9-3. 9-3. 9-3. 9-3. Счетчик. 10 секунд разогрели наши плечи. Просучим верхние дыхательные пути. Легкие простые. Хорошо, достаточно будет для разомнения ушной раковины еще 15 секунд на 6-12. Массаж ушной раковины. Достаточно будет. Локти по 90 градусов сгибаются, кистью покупаются. Прикольно, да? Голова вправо.
вращение таза. Коленные суставы не сгибаются. Таз вращается влево, голова в правую сторону. Одновременно таз вправо, голова влево. Таз вправо, голова в левую сторону. Таз вращается вправо, голова влево. И таз влево, голова в правую сторону. Таз вращается влево, голова вправо. Занимается собой. Достаточно будет. Таз продолжает вращаться в левую сторону. Носочек пяточки, перекатики при вращении таза в левую сторону. В правую сторону. Выше носочек. Глубже тоже. Выше носочек. У нас остался один разминочный элемент. Пояс и будем начинать глубокий вдох. На выдохе, на кончик вперед. Тянемся 5 секунд. Подбородок на грудь. Раз, два, три, четыре, пять. Исходное положение. Глубокий вдох. Лбом к левому колену тянемся. 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Исходное положение. Глубокий вдох. Правому колену. Выдох. Раз, два, три, четыре, пять. Исходное положение. Легкий прогиб туловища назад. Позвоночник в обратную сторону. Пытаемся увидеть крону Илью. Крона красивая. Вперед, на кончик, выдох, раз, два, три, четыре, пять. Исходное положение, потягу. Тянемся, тянемся. Достаточно. Кто пришел сегодня первый раз, у нас получается два человека, да? Как понимаете, так выполняете упражнения. Все остальные. Вектор вверх. В сторону вдох, в сторону вниз выдох, в сторону вверх выдох, в сторону вниз выдох. 3-1-2, один вдох, 3 выдоха, выдох раз, выдох два, выдох три. После задержки дыхания 2 выдоха. Мы сделаем 6 задержек дыхания разминочных, 3 на вдохе, 3 на выдохе. Будем готовить нашу дыхательную систему к основному занятию. Все, поехали, первая разминочная задержка дыхания. Набирайте полный рот. Задерживайте дыхание, руки опускаете. Я считаю 7-10 секунд. Вы стоите, ничего не делаете. Два выдоха. В сторону, выдох раз. В сторону вниз, выдох два. Задача простая. Выдыхать, пока не пойдет, опять. Вдох. Выдох. Проговариваю каждое действие. Пропорция простая. Один вдох. Три выдоха, выдох раз. Выдох два, выдох три. Вторая задержка дыхания разминочная. Пошел до задержки дыхания. Набираем полный рот, задерживаем дыхание. Кислород, который вы вдохнули в кровь, газ, который сейчас остается без кислорода, расширяет, увеличивает, восстанавливает жизненную емкость и объем ваших легких. Диафрагма вниз. Выдох. Два раза. Выдох раз. И в сторону вниз. Выдох два. Вы выдыхаете, выдыхаете, выдыхаете и выдыхаете. Вдох. Выдох. Напоминаю, что мы дышим только носом. Носом вдох. Носом выдох. Раз. Носом выдох. Два. Носом выдох. Хорошо, третья разминочная задержка дыхания. Приготовились. Более 90%. То есть максимально. Наполняем свои легкие. Пошел до задержки дыхания. Задерживайте ручки, опустите. Животик расслабить. Чем дальше живот, тем ниже диафрагма. При расширяющихся объемах ваших легких. Спина прямая. Все, два выдоха в сторону, выдох раз. В сторону вниз, выдох раз. Задача выдыхать, 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 вдох. Выдох. Хорошо, мы сделаем 3 задержки дыхания на выдохе. 2 по 10 и 1 15-секундная задержка дыхания. Сжатие дыхательной системы. Все. Выдох. Кто пришел сегодня перед? Упражнения можно не делать. Они сложны. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох.
Хорошо, вдох. Выдох, задержка дыхания, выдох раз. Выдох два. Весь кислород из легких. Выдохнуть. Задержать дыхание. 10 секунд. Раз. Два. Три. Четыре. Животики расслаблены. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Полные легкие. Пошел вдох. Пока не надышит. Вдох, вдох. Хорошо. И выдох. Не забывайте легкие дыхания. Вторая задержка дыхания на 10, на выдохе 10 секунд. Напоминаю, нужно выдохнуть весь воздух. Задержать дыхание. Задержка дыхания на выдохе. Диафрагма подтягивается вверх, гортань вниз. Движение в гортани приветствует. Это самый простой, так скажем, массаж сердечно-сосудистой системы за счет работы диафрагмы. Пошел вдох. Выдох, задержка дыхания. Выдох раз. Выдох два. Выдох 3, выдохнуть, задержать дыхание 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кто сколько может, конечно. 8, 9. Нагрузка минимальная. 10 на дыхательную систему. Пошел вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Готовимся к последнему, к третьему подходику. 15 секунд. Это посерьезнее будет. Кто сколько может. Мы будем переходить на проходе 2 вдоха, 2 вдоха. Пошел вдох. Выдох. Задержка дыхания. Выдох. Выдох 2. Весь кислород из легких. Выдохнуть. Задержать дыхание. 15 секунд. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще 5 секунд. 11. 12. Кто сколько может? 13, 14, 15. Пошел вдох, пока не надышит. Здесь полный рук. Вдыхай опять. Выдох. Отлично. Скоро будем подключать ноги. Нагрузка пошла на поясничный. Этого будет достаточно. Вектор вниз. Два вдоха, два выдоха. Стиль дыхания. Вперед, вверх, вдох. Вперед, вниз, вдох. В сторону выдох. В сторону вниз, выдох. Вдох раз, вдох два, акцент делаю, выдох, на двух вдох. Это сложная пропорция для опытного занимающегося, потому что два вдоха это подразумевается, что объем легких он уже достаточно хороший и восстановлен. Новеньким посложнее будет. Новенькие, сколько можете, столько и выполняете упражнения. Все, продолжаем. Без задержки дыхания будем работать ногами. Вдох, вдох. В сторону выдох, в сторону вдох, вдох, выдох, хорошо, вдох раз, вдох два, выдох раз, выдох два. Первое из двух, пошел вдох, задержка дыхания, два вдоха, опытный занимающийся, делай, вдох, 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 задержка. Теперь только на расширение, нам нужно насыщение кислородом кровеносной системы, расширение. Диафрагма работает вверх, вектор вниз, в сторону выдох, раз, в сторону вниз, выдох, два, вдох, какие все вдох. Красивые, выдох, в сторону вниз, вдох, раз, вдох, два, выдох, раз, хорошо, вторая разминочная, пошел вдох, задержка дыхания, на эту пропорцию, задержать. Интервал 7-10 секунд, не больше. Больше не нужно. Пошел выдох. Задача выдыхать вместе со мной. Выдыхать, по крайней мере стараться. Выдыхать, выдыхать, выдыхать. Вдох. Вдох. Выдох. В сторону вниз. Хорошо. Левая пятка вдох. Правый носочек выдох. Левая пятка вдох. Стиль дыхания тот же самый. Правый носочек выдох. Левая вдох. Раз. Вдох два. Правый носочек. Выдох. Раз. Чем выше пятка и носочек, тем лучше кровоток, лимфоток, электромагнитное обращение. Ну и тем меньше будет нагрузка на
бедренный пояс, поясничный пояс. Вдох. Мы готовимся к основному занятию, но очень сложное сегодня. Смена векторов с нижнего на верх. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Вдох. Выдох. Не торопитесь. Стим дыхание очень просто. Левая пятка. Вдох. Правый носок. Выдох. В сторону. Пошел вдох, задержка дыхания, левая пятка. Вдох. Задержать дыхание. Все, стоим, грудь колесом, живот колесом, спина прямая, глазки открыты, это основная стойка. Газообменный процесс внутри ваших легких в автоматическом режиме. Пошел выдох, в сторону, выдох, раз, вектора вниз, ладошки вниз, и в сторону вниз, выдох, два. Задача выдыхать, 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 вдох. Готовим дыхательную систему, выдох. На основном занятии работает интеллектуальный процесс, ну, то есть работа головного мозга. Вдох, вдох, выдох. По технике безопасности вдох. Напоминаю, что легкие головокружения входят в технику безопасности, потому что мы работаем с кислородом. Вдох. Сжатием, с расширением, выдох. Поэтому эффект легкого головокружения допускается. И в какой-то степени даже приветствуется. Кислорода много, сосуды работают, сжатие, расширение, в том числе капиллярного, капиллярной системы головного мозга. Еще одна задержка дыхания на левую пятку. Пошел вдох, задержка дыхания. Вдох. Задержать. Правый носочек выдох. Ногу вперед. Левую ногу теперь ведь. Ногу выдвигает уже. Вдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Еще одна разминочная на левую пятку. Пошел вдох, задержка дыхания. Опытный занимающийся. Вдох, 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 вдох. Задержать дыхание, мотивируй. Воздух вообще класс. Пошел выдох. Ровный. Через нос выдох. Выдох, 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 выдох. Еще выдыхать есть кто из легких. Выдыхай все. Вдох. Вдох. Расширяй. Меняем стороны. Правая пятка, вдох, левый носочек, выдох. Правая пятка, вдох. Вдох. Левый носочек, выдох. Выдох. Отлично. Все просто. Вдох. Математика простая. 2-2. Выдох. Вдох. Вдох, выдох. Хорошо, здесь также 2-3 задержки дыхания на каждый элемент. Ну, на этот элемент сделаем. Правая пятка приготовилась. Пошел вдох, задержка дыхания. Пока вы вдыхаете, пяточка вверх. Вдох, вдох, вдох. Задержать дыхание. Пятку опустим. Животик сразу вперед. Чем дальше живот, тем ниже диафрагма. Нижние дыхательные пути. Расширение, восстановление. Выдох. Идет восстановление жизненной емкости легких. Это основная задача. Это важнейшая задача. Вдох. Вдох. Выдох. От объема легких зависит работа сердечно-сосудистой системы. Вдох. Кровеносная система. Опорно-двигательная зависит от дыхания. Вдох. Ну и, конечно же, работа головного мозга и центральной нервной системы. Выдох. Не просто работа, а даже восстановление. Естественным образом. Выдох. Хорошо, еще одна задержка дыхания, правая пятка. Пошел вдох, задержка дыхания. 2 полных вдоха. Вдох, 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 вдох. Задержать. Опустить. Помните о животике. Животик колесо. Помогаем диафрагме. Выдох. Новенький. Как понимаете, так и выполняете упражнение. Сегодня несколько человек пришли первый раз. На занятие. Вдох. Вдох. Выдох. Правая пятка. Вдох. Левый носочек. Выдох. Хорошо. Давайте сделаем последнюю разминочную задержку дыхания на правую пятку. Пошел вдох, задержка дыхания. Вместе. Вдох.
продолжаем вдыхать. Объем легких позволяет задержать дыхание. Ручки опустятся. Интервал стандартный 7-10 секунд. Половину выдохнули, продолжаем выдыхать. Носочек поднимать. Выдыхать. Вдох. Выдох. Хорошо, шейно-воротниково-поясничный крестовый отдел уже работает. Пяточки, носочки на земле. Сделаем 3 задержки дыхания. Потом будем разучивать векторное дыхание, смену векторов. Все. Продолжаем. Вдох. Выдыхаем равномерно, выдыхать, есть что выдыхать. Вдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Новенький вдох делают хотя бы один вдох. Выдох. Ну и по возможности там 3 выдоха. Вдох, вдох. Потому что объем легких у новеньких достаточно маленький. По расширению и сжатию легкие не способны еще выполнять. Для опытных занимающихся это естественный процесс, потому что они уже восстановлены и дыхательная система работает хорошо. Поэтому новенькие делайте хотя бы один полный вдох, а потом начинайте выдыхать. Вторая задержка дыхания из 3. Пошел вдох, задержка дыхания. Задержать. Кислород в кровь. Без задержки дыхания. Газообменный процесс идет на расширение. Расширение. Газ сейчас хочет расшириться, ну, то есть выскочить из нашей дыхательной системы. И мы его плавно выдыхаем. Вырваться он хочет. Но мы равномерно выделяем, выпускаем его из нашей дыхательной системы через нос. Ровно выдыхаете, выдыхаете, выдыхаете. И тем самым активизируете определенный процесс. Вдох. Вдох. Резких движений мы не делаем. Дыхательная система работает ровно по математике. Два, два. Вдох. Вдох. Выдох. Также напоминаю вам, вдох, что головокружение входит в технику безопасности. Выдох. Отлично. Давайте сделаем последнюю задержку дыхания и будем менять вектора. Пошел вдох, задержку дыхания. Задержи. Все, стоим, ничего не делаем. Я оздоравливаюсь. Выдох. За счет дыхания работают все системы. За счет работы диафрагмы. Вдох. Выдох. Со стороны может показаться, что мы стоим и практически не двигаемся. Но мы гоняем кровь по телу таким образом, что даже ходьба на более активные упражнения не так активизирует эти элементы. Остановка дыхания. Вектор вниз. В сторону вдох. Вперед вниз. Вдох. Вектор на выдохе переворачивается. Вперед вверх выдох. В сторону вдох. Вниз. Вдох. Стиль дыхания один и тот же. Я проговорю только вектора. Вверх выдох. В сторону. После задержки дыхания вектор вверх. Вверх и в сторону. Для опытных занимающихся никаких проблем. Новеньким придется немножко подстроиться. Ну и нейронные связи, конечно, не будут. На что обратить внимание? Конечно же, на опорно-двигательную систему. Лунный цикл заканчивается. Нагрузка на тазобедренный пояс усиливается. Поэтому помимо головокружения в технику безопасности входит дискомфорт в шейно-воротниковом отделе. Ну, то есть, вот эти хондрозы начинают активно работать. Пояснично-крестцовый отдел чувствуется. И
конечно же, наши голеностопы. Горячие подошвы ног приветствуются. Легкое онемение в пальцах ног допускается. На протяжении всего занятия работает голеностопный сустав. То есть биоритм еще дополнительно идет активизация. Все, вектор, будем начинать наше занятие. Кто пришел сегодня первый раз, ваши ладошки открыты. Все остальные интеллектуальный процесс активизируем. Указательный палец первой фаланги. То есть внешний сегмент головного мозга, седьмой шейный позвоночник. Стиль дыхания тот же самый. Вниз, вдох. Вдох. Вектор вверх переворачивается. Напоминаю, кто пришел сегодня первый раз, ваши ладошки открыты. Это интеллектуальный процесс. Мы активизируем работу головного мозга. Наши руки – это проекция нашего головного мозга. Ну и не только, и нашего тела тоже. Поэтому лишняя активизация, тем более новеньких, которых слабая дыхательная система, не имеет. Это рекомендация. Все, будем начинать. Начинать. Вдох. Вниз. Вдох. Выдох. Вверх. В сторону. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Основной упор, конечно, на опорно-двигательную систему. Мы будем делать по 2-3 задержки дыхания. Потому что ножки не просто сегодня. На следующей неделе уже будет полегче. Биоритм сменится и уже будет. Все. Волнообразное насыщение кислородом и задержки дыхания у нас остается на протяжении всего занятия. Только на вдохе. Вниз, вдох. Вдох. Занятие очень функциональное. Очень сильное. Будьте внимательны. Вдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Задержка дыхания. Вдох. Два вдоха.